Начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Юрчин в режиме видеоконференц-связи принял участие в подведении итогов работы МВД России по Приморскому краю за 6 месяцев 2023 года. Выступая с докладом об итогах работы, начальник управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Александр Табакаев отразил ключевые аспекты деятельности Приморской полиции, заметив, что за первое полугодие органами внутренних дел обеспечено реагирование на более 200 тысяч сообщений граждан. Раскрыто свыше 7 тысяч преступлений. Отмечено, что оперативная обстановка в регионе характеризуется снижением количества совершенных преступлений на 12,7%, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Сократилось количество разбоев, грабежей, краж, хищений транспортных средств. В ходе коллегии поставлены задачи на второе полугодие 2023 года, даны указания руководителям подразделений по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности. Полицейским, отличившимся в оперативно-служебной деятельности, вручены награды.